Итак, 28 марта 2022 год. Утренняя программа Бхактиведанта Шибад Шидара Махарадж. Итак, сегодня утром мы слушаем наставление Сарасвати Прабхупады. Он нам рассказывал о том, каким образом нужно совершать, совершать бхакти. И вот Гурудев сейчас говорит, если какую бы вы вкусную еду не готовили, но если вы туда будете класть чеснок и еще что-то туда, какие-то нехорошие вещи, выключи, пожалуйста. Так, первое, что нужно сделать, это... Гурудев говорит, мы в одиночку, мы не можем там делать ни арати, ничего, нам всегда нужна какая-то компания. Поэтому Гурудев говорит, что очень важно иметь в доме компанию садусангу, то есть чтобы если мы будем... сейчас вот в наше время, в нашу югу, очень сложно совершать баджан как бы в одиночку, и даже когда мы делаем как у арати, мы сначала предлагаем четыре раза вокруг стоп, три раза вокруг животика, три раза вокруг головы, семь раз вокруг всего тела. То есть когда кто-то предлагает тарелочку, кто-то должен в это время и так далее, и тому подобное. То есть и поэтому мы каждое утро должны, чтобы наш день начался правильно, и вот мы в своей семье мы должны сначала всех приучить к тому, чтобы все совершали арати и так далее, нам помогали. И вот таким должен начаться наш день. То есть, чтобы весь день прошел благоприятно, его нужно начинать обязательно с арати. И вот, например, если у нас с утра если мы с утра должны умываться, мы должны там чистить зубы и так далее и тому подобное, точно так же, таким же образом мы должны ухаживать за нашим такураджи. То есть обычно, если у вас есть такураджи дома, если божество само, вы тоже обязательно после арати должны ему купать его. И также мы должны чамары, если лето, если жарко, то мы должны чамары омахивать такураджи. Почему? Мы ухаживаем за нашим божеством точно так же, как за маленьким ребенком. Мы одеваем очень красивые одежды, и мы должны одевать красивее, чем себя. То есть мы за такураджи должны ухаживать очень хорошо. Мы должны предлагать ему фрукты там определенное время. И если мы делаем такую севу Бхагавану, это Бхагават-сева. Это называется Бхагават-сева, когда мы служим такураджи. И так как Господь оставил себя в форме вот этого божества, то это как бы считается прямая сева такураджи. Прямая сева Господу. Но Гурудев сейчас говорит, что важнее, вайшнава сева или сева для такураджа. Вот Махапрабху говорит, вайшнава сева и нама санкиртана. Это самое важное, что самое быстрое, что может дать нам какой-то результат в Кали-югу. Это сказал сам Чайтанья Махапрабху. Но если мы будем служить, то есть мы можем служить такураджи только по милости саду. То есть Гурудев говорит, и сева Бхагавану, и сева вайшнавам, она очень важна. Но без севы вайшнавам ты не сможешь совершать севу Бхагавану. Хари.
Итак, была какая-то пара, и у них был сын, его звали Хари. И в Бенгалии обычно кушают сабджи с джекфрута. И у них много, они там едят много риса и любят джекфрут. И на самом деле, вот если у нас есть какие-то там что-то какая-то еда, что-то какие-то вкусности, мы не должны это сами, мы это не должны сами есть, мы должны это сначала предложить Господу. И когда там вот этот мальчик, там какой-то вайшнав пришел к ним в дом, и у них был вот этот джейфрут. Ты видишь? Итак, значит, они, вот эта пара, семья, жена, муж, у них был муж Хари, и, ой, муж, был сын Хари, которого звали, и у них там какой-то вайшнав к ним пришел попросить еды или что-то такое, севы, вот, и они сказали, у нас внутри, у нас есть вот сын Хари, и он настоящий вайшнав, поэтому нам никакие не нужны вайшнавы, ну, которые там пришли к нам с улицы. И Гурудева говорит, на самом деле Сарасвати Прабхупад никогда такого не говорил, то есть какой бы вайшнав к нам не пришел, в какое бы время он к нам не пришел, мы должны ему совершать севу. Когда во времена Сарасвати Прабхупады, кто бы ни приходил в темпл, кто бы ни приходил в храм, его всегда угощали едой, всегда ему давали просад. Если мы не накопим сукрити, если мы не будем служить вайшнавам, каким образом мы накопим сукрити? Пока у нас не накопится определенный запас сукрити, мы не сможем с вами служить Господу. Там кто-то захотел принять саньясу. Махапрабху, он был из браманской семьи. И когда Махапрабху, он решил принять саньясу, на самом деле, там мать и жена, они очень сильно расстроились, потому что никто не хотел его отпускать, и у них не было никакого там бизнеса, никакого средства заработка. Но Махапрабху, он взял... Он сказал, мать, мама, ты не переживай, я тебе оставлю божество, и когда ты будешь предлагать ему еду, когда ты будешь о нем заботиться, я буду сам приходить и есть эту еду. Шачимата спросила, так это... Вот. Значит, потом, я не понимаю, про что он рассказывает. Итак, Махапрабху нам дает нам учение. Когда мы... Нараяна сам делает какое-то служение Господу, Лакшми делает служение Господу, все... Я прошу прощения, Нараяна служит вайшнавам и браманам, когда они к нему приходят, Лакшми служит. Так почему мы считаем, что мы не должны этого делать? И Прабхупада дает нам такое учение, что Бхагаван Сева, она очень важна. Но она невозможна без сервиса вайшнавам. То есть сначала мы должны служить вайшнавам. Если у нас нет служения вайшнавам, то наше сукрити, оно никогда не возрастет до уровня того, чтобы мы могли служить, чтобы у нас была привязанность к Господу.
Поэтому так получается, ну, служение вайшнава, оно важнее. В других сампрадаях очень часто это не понимают, служение вайшнава. Но в нашей сампрадае именно Махапрабху дал. Он сам сказал, что вайшнава сева. Гуру вайшнава сева – это очень важная, самая важная составляющая. Почему мы всегда, почему должны служить вайшнавам? Потому что у них в сердце есть трансцендентное знание, у них в сердце есть бхакти. И когда мы служим вайшнавам, то вот это их знание из их сердца, оно также приходит к нам. И у них в сердце находится сам Господь. Ну и получается, когда мы служим вайшнавам, мы служим также Господу. Махапрабху, он также дает учение, что ну вот он говорит, если вы служите вайшнавам, однажды Такура же сам придет к вам. Потому что Бхагавана Бхакти, однажды у Господа спросили, где ты находишься? И он сказал, я нигде не нахожусь. Я не нахожусь ни на какой планете. Я нахожусь в сердцах моих преданных. Поэтому тот, кто делает севу моим преданным, я больше счастлив, чем когда делают севу мне. Потому что мои преданные мне очень дороги. Иногда бывает, что там кто-то делает красивое шрингар такуруджи, готовит для него вкусную еду, но при этом совершенно не уважает вайшнава. Как вы думаете, в такое сердце такого человека Господь придет? Нет, конечно. Потому что если вайшнав пришел в ваш дом, то это очень большая удача. Первое, что вы должны сделать, это оказать ему почтение. Вы должны подготовить ему асану, предложить ему что-то. Сегодня сейчас какую-то историю рассказывает. Кому-то Гурудев там собирался на программу, а потом она отменилась, и вот это, и она там наготовила покоров, что-то еще. А потом так получилось, что программа эта отменилась. Вот. И она сделала очень красивый, там какая-то тетенька, какие-то красивые приготовления. Это было не сегодня, ой, я прошу прощения, это было не сегодня, а вчера, это было 3 дня назад. И она там, короче, очень сильно готовилась, и ей сказали, какой-то преданный, ей сказали, что программа отменяется. И после этого она очень расстроилась, и Гурудев, он говорит, я на самом деле, вот, ну, как бы, ну, они как-то там сделали, чтобы все-таки эта программа состоялась, потому что, ну, ему прям так и сказали, там, она столько готовилась, она 3 дня там моет дом. И вот так мы должны встречать вайшнав, то есть мы должны в сердце радоваться. И вот когда ей сказали, что программа отменилась, она была очень апсет, она очень расстроилась. Вот это какие-то родственники, Калинди-диди. Вот. И все, когда нога вайшнава выступает в ваш дом становится, ну, благословленным, удачливым. Гурудев там сейчас он перечисляет вайшнавов, и он говорит, что вот у этих вайшнавов, там у Шриваса, еще у кого-то, у них они были семейными людьми, то есть у них были у всех жены, и их жены, они тоже были преданными.
Вот они как раз-таки делали очень, они готовили обычно еду для Махапрабху, вот всякие вкусности и еду для вайшнавов. То есть женщины чем занимались? Когда они не участвовали в киртане, они занимались вайшнавой севой. И потом, по милости Махапрабху, он также проливал на них милость. То есть сначала ему делали сервис, какое-то служение, а потом он их принимал. Точно так же, как маленькая девочка, она сначала поднесла ему... Это потом про Нараяни, так, да? Нараяни.